вот, известно ли вам, дармоеды, что на свете есть множество ребят, которые попусту теряют время? Вот мы и должны это время подобрать и взять себе. Да. А как же его возьмешь? Время-то. Время-то это не кошелек. Вот, скажем, человек потерял кошелек, а ты его взял и присвоил. Вот я тебя понимаю. А время, время, оно, как бы сказать, невещественное. Невещественное. Это для людей оно невещественное. А для нас, злых волшебников, очень даже вещественное. Оно вроде песочка. Потерянное время. Его надо только веничком, веничком. Микрик, баран, что от вас ушло? Доктор, Они 12 минут, а мы на год моложе. Вот она, волшебная арифметика! Кукушечка, ты меня слышишь? Ку-ку. А? У нас дверь не открывается. Выручай. Напишите на двери делу время, потехи час. Превратился, превратился. Ребята, ребята. Ку-ку, кончилось волшебство. Ребята, помните, делу время. Зря ушедшие года не воротишь никогда. Мы с тобою люди честного труда. Где бы ни были везде, и в учебе, и в труде, мы с тобою, мой товарищ, дорожить должны всегда. Временем, временем, драгоценным временем, чтобы зря не проходили ни минуты, ни года.